Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванча Калпатарваша Кипасинд Бхавачу Патитанам Павуне Бхавашна Бибхьо Наму Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунг Ланхайте Гирим Ятки Патам Ханганди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодваруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллава Нахачандамани Чатая Бисфуриджита Кимапигоду Швадарш Пурнану Рагра Сасагра Сарамурти Шарадикамай Када Кипам Курваси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Йотакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палау Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхаванурупена Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Вагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасяси Де Самбид Твам Нишинга Вахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе
Тавад бхайам давина дехо сухит нимиттам. Тавад бхайам давина дехо сухит нимиттам. Тавад сприха манабхаво випулашча лобаха. Тавад мамо ити ашад авагруха арти мулам. Джаван нет, джаван ноте ангри мабхайам прабринита локаха. Тавад бхайам давина дехо сухит нимиттам. Тавад сприха парибхава випулашча лобаха. Тавад мамо ити ашад авагруха арти мулам. Джаван ноте ангри мабхайам прабринита локаха. Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру, told, until and unless there is 100%... Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что до сих пор, пока у нас нет полной преданности Верховному Господу Бхагавану, то до тех пор мы не можем говорить об абсолютной истине. Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что до тех пор, пока у нас нет полного стопроцентного самопредания лотосным стопам Бхагавана, то такой человек не может говорить об абсолютной истине. Это невозможно. Какой-то страх будет мешать ему говорить об абсолютной истине. И суть в том, если нет в нашем сердце даже запаха желания лабхи, пуджи, пратишти, только тогда мы можем говорить об этой абсолютной истине. Если у нас есть такое стремление к лабхи, пуджи, пратишти, если наша жизнь полностью посвящена Бхагавану, то мы можем тогда говорить об этой абсолютной истине, иначе невозможно, какой-то страх будет нас преследовать. Можно вспомнить тот же вопрос. Парикшит Махарадж задал Шукадеве Госвами. Атхо причами сангсиддхим йогинам парам гурум пурушасшеха ядкарьям мриямануша сарвата. Человек смертен. В любой момент мы можем уйти с этого материального мира. Нет никакой гарантии, что мы будем жить вечно. Может, пятилетний ребенок умереть, или 15-летний, или 50-летний человек. Нет. От возраста это не зависит, не все доживают до старости. И вот когда это действительно так, когда мы так не уверены, что мы будем... То есть люди, в общем, привязываются к этому материальному миру, заводят какие-то материальные вещи из-за того, что не помнят, что жизнь не вечна. Если мы помним, что жизнь наша не вечна, мы тут временно, то зачем привязываться к различным вещам этого мира? Бхагаван Шри Кришна говорит, и во время смерти, с какой идеей, с каким чувством мы оставим тело, мы родимся. Мы родимся в том состоянии, о котором мы думаем. То, какие чувства, какие мысли будут у нас в момент оставления тела. Там мы и родимся в следующей жизни. Если мы думаем о своих собаках, кошках и прочих питомцах, то вынужден будем родиться в их теле. И поэтому мы должны быть очень осторожны. Парикшит Махарадж спрашивает, говорит, что человек смертен. Пожалуйста, дай мне наставление, какова наилучшая садана.
какова наилучшая садхана. И что же делать, чтобы обрести наивысшее благо? И вот мы должны так двигаться к нашей высшей цели любой ценой. И ответ данный Шукадева Госвами таков. Parikshit Maharaj asking question and Sukadeva Gosvami giving answer. Парикшит Махарадж задает вопросы, а Шукадев отвечает на них. Тот, кто хочет стать бесстрашным, Вайшнав тот, кто... И вот Вайшнав тот, кто, стоя лицом перед смертью, не испытывает страха. Он с радостью оставляет свое тело с улыбкой на лице. И вот он Вайшнав тот, кто не испытывает никакого страха перед смертью. И для него, из-за вайшнавов, наоборот, можно видеть, что многие плачут. Но вайшнавы, они не боятся смерти. Акуто бхаям, значит, полностью бесстрашен. Можно вспомнить случай с Джада Бхарати, когда вот кто-то хотел ему отрубить голову, но все же Джада Бхарати, он был спокоен. Он был полностью спокоен. И это возможно только тогда, когда мы полностью предались лотосным стопам Верховного Господа, когда мы уверены, что Бхагаван, он позаботится о нас, он поможет нам. Прохлад Махарадж, он тоже полностью спокоен. Хирани Кашипу пытался его всячески убить. Кидал в кипящее масло в огонь с высокой горы в океан. Замуровали его в пещеру, но все же мы не можем найти, что Прохлад Махарадж, он беспокоился, он был полностью спокоен. Он знал, что все происходит по воле Бхагавана, кто такой Хираньякашипу и прочие демоны. И вот абсолютная истина — это не что-то дешевое. Абсолютная истина — это не что-то дешевое, чтобы наша власть, наше образование или еще что-то материальное могло бы убить абсолютную истину. Абсолютная истина, она за пределами всего этого, никто, обладая какой-то властью, деньгами или ненавистью, или еще чем-то, может как-то уничтожить абсолютную истину. Это невозможно. Они не знают, что это такое. Камса хотел уничтожить эту абсолютную истину. Хираньякша также.
Хираньякашипу, он тоже хотел уничтожить эту абсолютную истину. По какой причине? По причине своей глупости. Они не знают, что абсолютную истину невозможно убить, будь она в форме Харикатхи, в форме прекрасных советов. Нет. Если они пытаются как-то навредить тому, кто говорит эту абсолютную истину, то Бхагаван, он постоит за своих преданных, и последствия их, несомненно, настигнут. И вот здесь говорится, что мы единственное прибежище — это Харинам Санкиртан, наша Гуру-варга. Я имею в виду те, кто следует Шриле Прабхупаде полностью, не говоря о других. Те, кто находится в преемственности Шрилы Прабхупады. Вчера я говорил о том, кого можно назвать подлинным представителем Гауди Матха. И таким образом может кто-то из нашей Гурварги, очень образованный, кто-то из них не столь образован. Кто-то вообще не образован, как это Рани Махарадж. Шрила Прабхупад послал его на проповедь, но он был внешне не образован, но что? Смотрите на вечер Шрилы Прабхупады, почему он послал Рани Махараджа проповедовать. Хотя он знал, что он совсем не образован, даже не грамотен внешне. Но в этом великолепии его ачарьятвы, и в этом великолепии его вот, ачаруна, его характера, он не думает, как мы с вами. В соответствии с возрастом, иногда мы можем видеть, что какие-то ученики были физически старше Шрилы Прабхупады, как Шрила Бхакти Вивек Бхарати Махарадж. Он был сильно старше. Старее, точнее. Но это не столь важно. Гуру есть гуру. Возраст тут не важен. И те, кто полностью посвятили себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады, мы можем видеть процедуру их проповеди, как Шрила Бхакти Кумар Шанта Госвами Махарадж, мой возлюбленный духовный учитель Шикшакуру. Все наши гурварга Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхардева Госвами Махарадж, они не идут ни на какие компромиссы с какими-то сахаджиями, но все же они проповедуют очень широко и надежно. И сегодня Тирабхавтитхи, день ухода этого великого преданного, возлюбленного ученика Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады. На самом деле он был из Миднапура, из Пашчим Миднапура. Это около Калькутты, километров сколько? Около сотни. Его отец Вайкунтха Бабу был землевладельцем. И вот они были три брата. Младший был Радхараман. Почему Радхараман? Потому что их домашние божества имели такое имя.
И вот в соответствии с этим имя этих, и вот его первого сына назвали в честь этого Радха-Рамана. И вот Вайкунтха Баба был очень широкомыслящий, его сердце было широко, и он очень часто звал различных саду к себе в дом, приглашал их и организовал какие-то праздники, фестивали Харикатху. И когда первый раз он встретился с Гауди Матхом, как это произошло, и вот Шрила Бхакти Харидой Бхандев Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, они Пранавананда Брамачари его звали, они отправились в их дом в процессе своей проповеди, и Вайкунтха Бабу пригласил его. И вот там Харикатха происходило, киртаны какое-то время. Это была его обычная практика. Он вот всех саду приглашал, они около недели жили в его доме, говорили Харикатху. И в то время особенно Шрила Прадавананда Брамачари увидел, что этот мальчик, ему было около 80 лет, он был очень заинтересован в том, чтобы слушать Харикатху и совершать киртан. И большинство времени он находился в алтарной, сидел там, совершал киртан. И вот однажды Шрила Прадавананда Брамачари посоветовал Вайкунтхе Бабу, сказал, что у тебя такой замечательный сын. Можешь ли ты дать нам своего сына, чтобы мы его отвезли в Гаудимат? Чтобы он находился в Гаудимате, учился там. Тот сказал, хорошо, почему нет? Спросите его. Если он готов с вами ехать, я не возражаю. Я знаю, жизнь, она не вечна. И это очень хорошо, если он будет жить, учиться в Гауди Матхе. И вот он согласился. И Бон Махарадж и Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж Пранавананда, они взяли этого Радха-Рамана и поехали в Калькутту на улицу Ультаданга, там встретились с Шрилой Прабхупадой. В то время Гауди Матх еще не был построен. И вот там в арендованном доме они жили. Там был Гауди Матх. Шрила Прабхупада был очень рад видеть его. Вот его зачислили в школу поблизости, он учился там. И вот когда его образование закончилось, то тогда Вайкунтха Бабу пришел, и Шрила Прабхупада спросил, вы хотите тут находиться и продолжить ваше
что хотите здесь продолжить, у нас жить или куда-то уехать. Вайкунтха Махапрабху приехала, сказала, что если ты захочешь получить высшее образование, я хочу, я помогу тебе. И Вайкунтха Прабху говорила с Шрилой Прабхупадой. Потом, в общем, он пошел. В общем, он пошел учиться на кого-то по санскриту, но Шрила Прабхупада говорил ему вот такую пословицу на бенгали, что все материальное образование — это ничто, но это все проявление майя. И это можно считать препятствием на пути твоего баджана. В этом невечном материальном мире то есть люди, которые слишком привязаны к материальным знаниям, они подобно слам, которые носят тяжелую ношу на своей спине. И вот всякие юристы, адвокаты и прочее. Ну, в общем, люди, которые слишком много учатся, то это материальное все знание часто мешает жить и делает их буквально ослом. И поэтому Бхактина Такура пишет, что слишком много материального знания может сделать человека ослом, подобным ослу. А во время того, как когда вот он уезжал из дома, мать его посадила на колени, поцеловала в лоб и сказала: «О, мой сын, ты уходишь, чтобы исполнить такое необычное желание. И будь осторожен и исполни, достигни всего, чего ты хотел достичь». И вот после того, как Вайкунтха Прабху и его жена приехали потом в Гаудия-матх, Шрила Прабхупад спросил, хотят ли они забрать мальчика назад домой. Отец и мать сказали: «Нет, мы уже отдали его на служение вам. И мы не хотим забирать его назад». И Шрила Прабхупад разрешил, и потом послали его учиться дальше, санскрит изучать. И вот в итоге, день за днем, он начинал совершать много служений, с каждым днем все больше и больше. И вот
когда он подрос, он увидел, что много служения, которое он может делать. И ну, в общем, учился и еще какое-то служение делал в процессе. Еще сезон дождей начался, еще недостаток бумаги у них был. Пранавананда сказал Шри Прабхупаде, чтобы бумага кончилась, что мы будем печатать, на чем будем печатать. Тут начали думать, кого бы послать в Бхагават Пресс, в Кришнанагар, чтобы бумаги нам прислали. В общем, они договорились отправить Радхарамана. И тем временем я забыл сказать вам, он Харинам получил. Когда он пришел в Гаудимат, он получил Харинам от Шрилы Прабхупады, не Дикшу, Дикшу. Через какое-то время потом, через несколько лет, видимо. И вот он повторил Харинам, и после этого в матхе Бхагвазара, Бхагвазар Миши, его Дикшу, но через несколько лет он дикшу получил в Бхагбазар Гауди Миссии. Но в то время это был единый Гауди Матхи, до раздела еще. И вот по указанию Шрилы Прабхупады он отправился, чтобы привезти бумагу с Кришнанагара Бхагават Пресса. И вот он сел на велосипед и поехал. Там еще затопило, так или иначе, вот надо было преодолеть все эти препятствия. И вдруг он увидел, что этот мешок, что эти коробка с бумагой, она проходила снизу. Вот он думает, чем это ее подвязать, завязать. Он посередине дороги был там, особо веревки не найти. Вот он взял свое доти и утария. И вот утарию он надел в качестве этой набедренной повязки, а с помощью этого доти завязал, привязал ту коробку к велосипеду. И тогда ехал до матха, Шрила Прабхупада был очень доволен в виде его такое вдохновение служить. Он был очень доволен им. И таким образом, время от времени различные проблемы возникали, и он решил их. И вот сейчас, день за днем, Шрила Прабхупада, он организовал выставку, симпозию в различных местах, в программах Харикатхи. И что же делать? Шрила Прабхупада спросил Радхарамана Прабху. Спросил, хочет ли он поехать вот на выставку, чтобы помогать там. Он сказал, почему нет. И вот Шрила Прабхупада научил его и отправил. Вот он был в Даке, в Калькутте, в Майпуре, во всех этих выставках участвовал, он объяснял людям, что там показывается, потому что не все понимали.
И вот таким образом он, в общем, свою санскрит он так и не выучил как следует, поскольку санскрит такой язык, что учат всю жизнь. Ну, я длил, сколько там, 12 лет минимум. И даже Махапрабху говорит, читание Бхагаватам, я думаю, можно найти, там говорится, что санскритская грамматика очень запутанная. И вот, когда Шрила Прабхупада захотел отправить его в Даку, он хотел обсудить это с Бхакти Вивек Бхарати Махараджа, что случится. Ну и то, что я в Даку хочу поехать, и санскрит надо учить, и вот я хочу узнать ваше наставление. И наставление Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал: смотри, мой сын, если ты хочешь обрести милость и узнать все Таттва Гьяну, если... И Шрила Прабхупада говорит, если мы... хотим возвыситься до Кришна Баджана, как санскрит, бенгали, хинди и прочее. Шрила Прабхупада говорит, если мы хотим достичь какие-то... В общем, он сказал, что никто в этом мире еще не достиг Бхагавана с помощью санскрита или санскритской грамматики, то есть этого, с помощью этого Бхагавана никак не достичь. Вот Шрила Прабхупада сказал, что если мы будем уделять время, уделяя каким-то материальным вещам, то для баджана времени останется меньше. Но с помощью Гуру Сева, Бхагават Сева я хочу Но совершая служение, можно подлинно вайшнавам и садгуру, и Бхагавану может достичь Бхагавататва Вигьяны. И вот он сказал: «О Гурудев, о Прабхупад, все, что вы сказали, это правильно. Я готов. У меня нет никакого неудовлетворения. Я могу идти. Я готов». И вот Здаки Матин Чардж написал письмо Шриле Прабхупаде, что нет никого, кто бы пел киртан, пожалуйста, отправьте каких-то преданных брахмачари, это более практично. Шрила Прабхупада позвал Радхараман Брахмачари: хочешь ли ты поехать в Даку? Да. Один ты поедешь? Да, я могу один поехать. Хотя он был еще таком малом возрасте, но все равно сказал, что может и один поехать. И вот в начале всего там надо было переплыть два раза реку. В то время можно было там на лодке доплыть, потом на автобус пересесть таким образом. Ну так, одна страна была, поэтому проще было. И вот он купил, пришел заранее, купил билет, сел в окна где-то. И потом народ начал приходить. И вот люди начали возмущаться, что ты тут мальчик, что ты тут сидишь перед окном.
зачем тебе кисловод вообще? Ты старикам надо, поэтому давай вставай и вали отсюда. И вот еще кто-то пришел. Начал говорить, что зачем этого ребенка в матку отдали, чем больше детей девать некуда, могли по образованию дать ему и прочее, вообще начали его поносить всячески. Говорят, что родители сейчас бестолковые, вместо того, что в школу детей отдавать, какие-то храмы отдают, эти сады ходят, ничего не делают. И вот, и, в общем, начали всякую ерунду говорить. И вот Адарман Брамачари, в общем, пришлось ему уйти куда-то. Через полчаса начался шторм, ветер. Циклон. И капитан этой лодки сказал, что сейчас нам Саша, положение плачевно, поэтому прошу, давайте молитесь. Других вариантов у нас нет, ситуация вне нашего контроля. Можем, не факт, что мы доплывем, поэтому можем утонуть в процессе, поэтому давайте молиться. Все начали переживать, и вот один старый человек. Эта дочь замуж выходит, я тут вот, и подарки, и приданное везу, если потонем, а я помру от горя, что с моей дочерью случится? Другие говорят, о, дурак, ты что, не слышал, надо об Бхагаване думать, а не своей дочери. Этот человек сказал, но Бхагаван нас не услышит. Мы никогда ни баджана не совершали, ничего хорошего в своей жизни. Вот тут вот этот вот мальчик из Матха. Давайте его попросим. Ну, хотя они поносили его 10 минут назад еще. А когда какая-то опасность появилась, то все начали его просить, чтобы он за них Бхагавану помолился. Нашли где-то и начали упрашивать, помолиться за них. Он сказал, моя молитва не достигнет Бхагавана, я не саду. Я говорю, нет, нет, ты саду, так что давай. Тот сказал, нет, вот ему Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада, он может спасти нас. Можно повторять Махамантру со мной. И вот все мусульмане, христиане и прочие начали повторять Хари Кришна Махамантру за ним. Там мусульмане в основном были. Ну, пришлось им Хари Кришна повторять. И вот через полчаса небеса, эти тучи рассеялись, и лодка доплыла до места назначения. И вот я хочу сказать об особой теме. Как, насколько велико его сердце. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, и вот после того, как Шрила Прабхупада оставил свое трансцендентное тело, там ситуация была неблагоприятна в Матхе, и поэтому он был сконфужен. Он написал письмо своему отцу, отец, вот так и так. Что же делать, я не знаю, и поэтому, если разрешите, я вернусь домой. Отец ответил, ну, хорошо, приезжай. И тем временем Махадев Брамачари, Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж и какие-то преданные, они отправились в Миднапур и сказали, Вайкунтхе Бабу, у тебя разве нет веры в Шрилу Прабхупаду? Почему? И зачем ты позвал своего сына назад домой? Ну, я его не звал, он сам попросился, просто разрешил. Он сказал, хорошо, если хочешь, приезжай. Если я бы отказал ему, он чувствовал бы себя беспомощным. И
если вы хотите его забрать назад, мат, берите Хагри Брамачари и наш Гуру Махарадж. Они напомнили ему, что ты посвятил свою жизнь лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Ты получил посвящение от него, и ушел из дома. Как это возможно, что ты вернулся назад домой? Он тут сказал, что там такая ситуация, Махи, что вы лучше уйти. И день сказал, хорошо, поехали с нами. И вот он так его домой так и не вернулся. И через какое-то время они решили основать общий мат с силой Джаджа Госвами Махараджа. Бхакти Дайта Мадва Госвами Махараджа. Бхакти Кумат Шанта Госвами Махараджа. И вот они вместе не хотели основать какой-то матх. И вот, в общем-то, получился этот Шьямананда Гауди матх в Миднапуре. Там есть, в общем, Миднапур и область Миднапурская. Ну, в общем, это столица Миднапурской области. И вот там два матха. Один в самом Миднапуре, другой где-то с другой стороны, в общем, города. И вот тем временем Шрила Бхакти Дайта Мадва Госвами Махарадж Шагри Брамачари попросил Шрила Джаджа Госвами Махараджа, почему бы тебе не дать саньясу Радхарамана. И в то время Шагри Брамачари еще не был саньяси, но он сказал, почему, вот почему своему брату Боге, почему бы не дать ему саньясу? Вот он получил саньясу в молодом возрасте. Он пел прекрасные киртаны. И вот он совершал, киртаны, проповедовал, и тем временем он решил построить храм в Миднапуре, в Кешаре. Там есть сейчас его самадхи в Кешаре. Кешаре – это очень важное место, поскольку это в общем, границы Миднапура и Бакура. Очень важное место. В том смысле, там Шьямананда Прабху, Расикананда Прабху, они активно проповедовали там. Для них можно сказать, что они так широко проповедовали, поскольку благодаря их милости Даршану многие изменили свое сердце, и даже Расикананда Прабху, с чем надо Прабху говорить. И вот Шьямананда сказал своему правнуку, чтобы он дал посвящение кому-то. Смотрите, насколько он уверен в нем. Что даже, что кому-то, внуку или правнуку, он был уверен, что они обрели эту силу. И вот таким образом, это место очень важно. Но оно полно храмов, но все же Гауди Матха там не было. И в итоге Шрила Шанта Госвами Махарадж получил кусок земли, где он мог бы основать Гауди Матх, Гауди Миссии. Ну, в общем, земли не было, потом земля появилась, но не там, где надо. Или место было, но слишком дорого. И таким образом
пришел какой-то землевладелец Шанти Махараджа, говорит, что я могу тебе дать бесплатно тебе землю там, где надо, но надо будет в суде свидетелем выступить, нужным свидетелем в его защиту. Вот Шанти Махарадж спросил, что надо, то сказал, что там соврать надо будет в суде, то сказал, не могу уже говорить. Ну тогда земли не могу тебе дать, то сказал, ну и не надо, врать я не буду из-за этого. И вот, в общем, потом как-то... Ну, в общем, как-то они купили землю, и он был с аристократической семьи. Поэтому такие низкие привычки, не было у них таких низких качеств, как братья и прочее. И вот в итоге Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж тоже проповедовал там. Он просто основал храм в Калькутте, Майпур и в прочих местах. И вот Джаджава Госвами Махарадж был старше среди них, и они на его имя оформили все. Хотя они вместе все делали, но решили, поскольку Джаджава Госвами Махарадж был старшие, решили на его имя все оформить. И вот они проповедовали там. И в итоге что случилось? Кешари Матх был построен, и во время установки божеств Шрила Бхакти Кумара Шанта Госвами Махарадж позвал царя Орисы Пури. Вот это потомок этого царя Пратапаруды. Под чьим контролем все служение Джаганнатху происходит. И после этого Бхакти Виген Бхарати Махарадж, он, его попросили, ну, что царь его имеет какие-то дружеские отношения с царем, чтобы его пригласили. Ну, Бхарати Махарадж в то время Брамачари был, вот его попросили царя пригласить. In Minnapur, and deity installation ceremony and mortal installation, king said, "I cannot go, not possible." Царь сказал, что не могу, потому что уже вот занят где-то в это время. Нужно в другое место ехать. И тогда Бхарати Махарадж сказал, что все возможно по желанию Джаганнатха. Вы можете ну, в общем, со своего ответа можете нет убрать и приезжайте. В итоге потом обнаружили, что это место рядом, ну, где царь должен быть в то время. Это там совсем рядом, и в итоге решил заехать.
И вот таким образом, по милости Джаганатха, вот царя Дивья-Симха звали. И вот также он написал письмо в честь столетия Шрила Пури Девгасвами Махараджа. И по милости царя храм был открыт. И еще он хотел открыть храм в Пури. Около Сваргадвара. Там мать Госвами Махараджа вот напротив. И вот рядом с Самадхи Харидас Такура. В общем, там рядом с Чатакпарватом, в Горабад, в общем, на том пятачке все находится. Там достаточно маленький храм. В то время денег не так много было, но все же. Но сейчас еще хуже, земля очень дорогая стала. В общем, сейчас еще все дороже стало, в разы, в десятки раз. Но там какое-то здание было небольшое, для Мадхана не подходило, но Шанта Махарадж попросил Бхарати Махараджа, чтобы тот помог. И сделал, он составил план. Тот сказал: хорошо, по вашему указанию сделаю, но будьте уверены, поскольку ваша земля очень маленькая, там еще старое здание, могу что-то особое нарисовать. Тут, в общем, дал добро. Бхарати Махарадж написал проект, нарисовал. Я вот был там очень чудесно, на столь маленькой площади все уместилось. И храм, и Тулас, и Натхмандир, и помещение для севаков, и кухня, и санузел, и комнат достаточно много. Ну, как для такого места много. И вот, в общем, это было успешно, было все сделано с помощью нашего Бхарати Махараджа. И вот тем временем, по милости Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, сейчас мы успешны в том, чтобы мы можем совершать киртан на месте явления. И вот благодаря ему, также его помощи, мы вот это он тоже участвовал в
в обретении места явления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Иначе почему Шрила Мадхава Госвами Махарадж, никто иной? Почему только Шрила Мадхава Госвами Махарадж смог обрести это место? Это произошло по желанию Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. И вот еще он был успешен. И в то время, по желанию Шрилы Прабхупады, и по наставлению Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, и вот они начали рисовать план. Было там 3-4 активных преданных, ну, чтобы жили там, поскольку ну, надо было следить за всем. И вот в Пури надо было жить, смотреть за всем, но жить там негде было, и не решили попроситься жить в Матхе Шрилы Шанта Госвами Махараджа. И Шанта Госвами Махарадж был очень счастлив. Он радовался и говорил, что вы все служите месту явления Шрилы Прабхупады. Я не мог служить Шриле Прабхупаде, поэтому это моя обязанность служить вам. Как, конечно же, живите, сколько нужно, это ваш храм. Смотрите, насколько велико его сердце. И вот 4 преданных там жило в течение пары, 2 лет, пока там все строилось. И вот Шрила Бхакти Камасандхава Госвами раз был очень счастлив, что он не мог это совершить дело, но хотя бы может служить тем, кто служит место явления Шрилы Прабхупады. И во время Ратха-ятры наш Бхарати Махарадж попросил Санту Махараджа: «О, Махарадж, Ратха-ятра скоро приходит, все ваши ученики и прочие могут прийти сюда. Здесь места достаточно мало, но можно ли нам жить в Дармашале какое-то время во время Ратха-ятры? И потом Ратха-ятра закончится, когда мы вернемся». Шанта-Махарадж спросил, почему? Зачем вы хотите уйти из моего храма? Ну, во время Ратха-ятры много преданных приезжает ваших. Ну и что? Как я могу позволить вам уйти с моего матха в то время, как вы служите Шриле Прабхупаде? Может, много людей приедет, но мы как-то можем подвинуться, потесниться. Как я могу потерпеть, что вы уйдете на это время? И вот его сердце было очень велико. И можно вспомнить, когда Махарадж был в малом возрасте, и Шрила Прабхупад сказал, чтобы Радхараман написал статью, мы опубликуем ее в Гаудии. Радхараман был молод еще, ему лет 16 было. И он написал статью о Гуру Таттве и отправил ей. И послали на редактирование, это люди, эти преданные были возмущены, что он тот изменил, смотрите, что он сделал. И такой наглый, что изменил слоку. Тут вот написано Кришна Нитья Дас в этой шлоке, он написал Гуру Нитья Дас. Шрила Прабхупада сказал, что это
тоже правильно, мы не оставьте как есть. Радхараман прав, Дживерасур плохой, гуру не те даст, это правильная сиддханта, и нет в этом проблем. И Шрила Прабхупад был очень счастлив, и Мантрити Радхараман очень мал, но его сиддханта, она очень великолепна. И вот в словарном запасе Шанта Госвами Махараджа и Хагрив Брамачари не было, слова нет. И невозможно тоже не было. Да, да, и сделаем. Все было возможно для них, и поэтому они достигли успеха. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж прямо, он сказал мне однажды, я был в его матхе в Ментоне, в Бихаре. Я периодически ездил к нему на даршан, какие-то преданные просили меня отвезти или для вот, исправления каких-то статей, которые прислали для публикации. И вот Махарадж однажды сказал мне, что вот однажды Шрила Прабхупад дал мне наставление, что сегодня наш Радхараман Брамачари будет говорить Харикатху в Натхмандире. Всех собрали, чтобы слушать, и Радхараман начал говорить. И Шрила Прабхупад сидел сзади на балконе и тоже слушал. И вот после того, как Харикатха закончилась, Шрила Прабхупад сказал, что так хорошо сказал. Шанта Махарадж сказал, если я мог бы. Шанта Махарадж сказал, ну, что если бы я узнал, что Шрила Прабхупад слушает то, что говорю я. Но он имел в виду, что не мог бы говорить. И то, как мы говорим Харикатху, это не зависит от нашего образования, а зависит от Гуру Крипы, от милости Шри Гуру. Я могу рассказать про себя. Вот однажды было собрание, большое собрание в нашем матхе. И вот какие-то братья мои, эти жители матхи, которые, ну, по сути, были политиками. И вот я, когда меня попросили говорить Харикатху, они были старее меня. И вот они пришли специально, все собрались, сели, чтобы меня нервировать. И вот когда они поняли, что меня этим нельзя нервировать, то они ушли. И вот Шанта Госвами Махарадж, он был очень умен, ну, и это разумен, эта разумность, она приходит благодаря Гуру Крипе. Вот
каждый день, день явления Пури Госвами Махараджа, приглашали Шату Госвами Махараджа. И вот на день его явления тоже приглашали всех в его храм. И вот однажды, что случилось, было большое собрание. Один профессор с какого-то знаменитого колледжа был приглашен. И вот ему дали слово. И вот начали говорить всякую ересь, мои вайданности. Никто не ожидал. Шанта Махарадж был опечален. Нельзя было как-то проучить сразу, поэтому, когда он закончил говорить, Шанта Махарадж начал говорить. И вот он спросил этого профессора: «Вы уверены, что вы Брама?» «Да, я Брама, я полностью уверен». И вот Шанта Махарадж взял палку, замахнулся на него. Хотел ударить, а тут сразу испугался. Отклонение попытался как-то убежать, а тот сказал: «Вы только что говорили, что вы Брама, Брама, он нирвикара, неизменен, вечен, а вы тут куда собрались убегать? Надо отвечать за свои слова, если вы сказали, что он нирвикара, то вы должны ответить за это». То все начали смеяться. И таким образом такой юмор Махараджа был очень прекрасен. Если кто-то может час или два что-то рассказывать, а Махарадж все его аргументы мог разбить так, одним ударом палки. Так, ну, буквально такими острыми словами. И вот вот Махарадж говорил харикатху обычно по Экадаши, по Двадаши. Много преданных приходило, местные жители, детей иногда приводили, бабушки в частности. И вот сидели, слушали, и дети плакали. Ну, во время лекции, если кто-то, дети плакали, орали, то Шанта Махарадж просил их выйти и остаться тех, кто может искренне и с неотрывным вниманием слушать. Ну, а те, кто как бы внимания должны не уделяют, думают, что это что-то необязательное, не важное, то просили их уйти. И вот однажды один мальчик пришел с бабушкой на харикатху. Шанта Махарадж говорил харикатху. И после этого сказал, что завтра Экадаши, нужно поститься. Пусть очень хорошо в Экадаши, поскольку на соответствии с шастрами нужно поститься в этот день Экадаши. Нужно совершать киртан, слушать харикатху. Если хотите что-то есть, то можно фрукты и коренья есть. И вот этот мальчик, он пошел, вернулись домой на следующий день. Тоже харикатха была. И вот он в школу собрался идти. А эти мама с бабушкой приготовили чапати ему, положили в его коробку для еды, рису положили, сказали, что ешь и пойдешь в школу. Тот сказал: «Как так, мы что, только вчера в Матхе были, слышали, что в Экадаши рис чапати не едят, а вы тут мне чапати рис принесли, что это?» И бабушка разозлилась, сказала: «Глупец, то, что они говорят в Матхе, это в Матхе надо оставить, а когда мы
домой пришли или там вышли из Матха, можно все забыть. Вот на Бенгале пословица Матхья Гора Катха Гора, то что все, что в Матхе было, это в Матхе, дома, это дома. И вот так бабушка ответила. И вот такие, ну, некоторые люди, которые внешне слушают харикатху, иногда лицемерно так ведут себя, выйдя за пределы Матха. И вот когда какие-то проблемы возникали в моей жизни, я шел к Шили Шанти Госвами Махараджу за решением. И вот в нашем Матхе, когда было 100-летие явления Гурудева, и вот публиковали несколько журналов к этому случаю на 5 языках. Ну, Махарадж, сколько там, 3? Ну, 3 языка я знал, остальное еще кто-то делал. Но я был главным этим редактором всего этого. И вот некоторые более старые преданные, они ругали меня, что ты ничего не знаешь, не надо вот то, что мы тут написали, не надо ничего удалять. Меня назначили редактором, а более старшие предупреждали, чтобы не смел ничего удалять с их писанины. Ну, я как бы обещал, чтобы, это, чтобы они успокоились. Ну, когда я прочел то, что они написали, там было столько ошибок, столько неправильные сиданты. Один, даже 2 пандита с Вриндавана написали, как дети. Было вообще все неправильно, то, что они писали. Думаю, даже дети с 7 класса лучше пишут, чем они. А когда им это сказал, они были крайне недовольны. В общем, я переписал это все, они еще более недовольны стали. Потом какой-то старший махарадж был. Еще кто-то с Вриндавана тоже что-то написали там. Ну, что делать, они были слишком старшие. И поэтому я пошел к Шили Шанти Махараджу и сказал, что я вот принесли мне, ну, что-то вот написали для публикации, я как бы вам прочитаю, вы скажите, что правильно, а что нет. И вот я прочел одну версию, а потом уже Шанта Махарадж все подтвердил, что все неправильно, и надо все исправить. И вот я как бы исправил от его имени, и когда я это все уже было в финальной печати, было подготовлено, и там заметку сделал, что Шрила Санта Госвами Махараджа все исправлено. И когда меня ругали, то, что я там все переписал, то есть сказал, что это не я, это Шанта Махарадж сделал. Ну, то есть как бы Бабаджи все исправлял, писал, а Шанта Махарадж все одобрял, все эти исправленные версии. И уже против Шанты Махараджа уже им сказать было нечего. И таким образом вот Шрила Шанта Махарадж мне всегда помогал. У меня есть письмо от него, он написал мне его. Вот и в день его ухода, в журнале, посвященном его уходу, напечатали это письмо. Но в то время я вынужден был уехать во Вриндаван, точнее на Сурикунду, и жить там. И там один передний ученик Шанта Госвами Махараджа был там, где я написал письмо
ему рассказала мою плачевную ситуацию, что никто не позволяет мне совершать служение, все занимаются политикой. Я написал это им, отдал через его ученика. И Махараш в ответ написал письмо, такое предсказание, это было около 20 лет назад. И все, что он сказал мне 20 лет назад, может, даже раньше. Как раз в 2002 году это было. И в этом, и все предсказания, описанные в его письме, это все исполнилось. И вот он написал мне всем сердцем: если ты хочешь совершать Харибаджан, то Бхагаван благословит тебя. Ты должен совершать сампрадаю севу, Гауди Вайшнава сампрадаю севу. Сампрадаю севу возможен только для великого ачарьи. Но Шрила Шанта Госвами сказал, что это твоя ответственность совершать служение для сампрадаи. И все, что он предсказал, это все с точностью сбылось в моей жизни. Это чудесно. И действительно, Бхагаван дал мне служение такое. И вот мне многие дают обязанность написать какие-то протестные эти статьи. То есть, кроме меня никто не может и не осмеливается их написать. И в этом была его милость. Он очень прямо, очень искренен, очень прямо линеен, и никто не мог одурачить его. Однажды один бесстыжий брамачари с Южной Калькутты. И вот он пришел однажды к Шанти Махараджу. Ну, ты пришел, да, зачем? Ну, вот саньясу хочу от вас получить. Хотя это был совсем бесхарактерно, бесстыжие. Шанта Махарадж сказала, да, да, знаю я тебя, ты убей меня сначала, потом я тебе саньясу дам. И тот ушел. И многие приходили, просили на пару дней остаться в Мадхе. Махарадж говорил: хорошо, но вечером вам надо будет говорить о Нитьянанда-татве. И все люди, у них сразу появлялись какие-то срочные неотложные дела в других местах, они сразу же куда-то уезжали. И вот те лицемерные люди не могли приходить к нему, они не могли находиться там. Я видел. Махарадж мог видеть насквозь всех. Однажды Сагар Махарадж, он наш брат Боги. Он множество служений делал, он из Удала. И вот он говорил, что никто не хочет жить в храме, все куда-то уезжают, пытаются наслаждаться жизнью. Шанта Махарадж сказал: кто сказал, что никакие брамачари не хотят жить? Все, на смотри, можешь дать им денег, и женщины все будут жить в храме. И он засмеялся. Пусть, если каждому брамачари представить какую-то женщину и дать денег, то желающих в храме жить будет столько, что всех не разместить.
Hrishikesh Maharaj from Malaysia. He is originally from America, you never seen. He already gone from this world. So many devotees, they used to take me and you come. We like to meet Sanatana Maharaj. They like to make some interview with Sanatana Maharaj. I stay in between. He used to speak. Follow. So Maharaj is very happy with me. I don't know why. This way I am, you know, useless, but still by the mercy of Maharaj somehow I was. И вот по милости Махараджа я смог что-то сделать, я очень благодарен ему. И вот наши Гурварга, если буду обсуждать их славу, это очень будет хорошо. У всех у них разные качества. Какие-то у одного Вайшнава, какие-то у второго, третьего, и все они совершают служение. Ванча Карпатура Шикипасанду. Патитана.